Здравствуйте, с вами Нурулес, это прохождение Call of Duty Modern Warfare 3. Проходим второй акт, задание под названием «Особо ценный груз». Пожалуйста, представьтесь. Код доступа «Черный Викинг». Соедините меня с объектом «Металл 01». Прайс. Спасибо за помощь с Кингфишем. Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе. Хорошо. Этот гад использовал фрегаты Industries для провоза ОМП. Я направляюсь в их европейский офис. Французы обнаружили Волка. Бойцы Гиган преследовали его в тылу противника, но русские прижали. А вы хотите, чтобы мы их отжали? Действуйте по своему усмотрению, но Волк должен остаться жив. Ну что ж, осталось только дождаться загрузки игры. У меня немножко медленно грузит сейчас, потому что я как раз обрабатываю предыдущие части прохождения Call of Duty. И это занимает каких-то средств на компе. Поэтому немножко тупит игра, но в принципе в самой игре лагов не наблюдается, поэтому я как бы параллельно играю новую часть и предыдущую часть сразу же обрабатываю. Так что, ребята, я вам как раз в это время скажу, что подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось видео. Я не знаю, там ставьте палец вверх, ставьте палец вниз, блин, ставьте хоть что-то. И оставляйте по возможности свои комментарии. И, в принципе, видео много будет таких прикольных, где мы будем. Вызываю всех, это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 595, на связи Оверлорд. Никак нет, американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Все еще заражено после химической атаки. Маски не снимай! Страх, мы уже в пути! Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи! Главное, ребята, сейчас найти все вражеские данные. Так, и здесь их 4. Металл 01. Войска Гиган окружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Окей-доки! 5-9-5, похоже, им крепко досталось. Сплошная зелень в отряде. Сегодня салат уже нет. Смотрите под ноги. 0-1, внимание, у Гиган большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними! Это Сейбер! Но долго еще! Готовы 3 минуты! Главное, следите за периметром! Мы почти на месте! Пожалуйста, поторопитесь! Василия! Сюда, живо! Нас обнаружили! Встаньте через дорогу! Так, ну кто нас обнаружил? Где? Вау. Эти суки вообще охуели. Открывай по мне огонь. Вот я тоже умею стрелять. Задрали гранатами, забрасывают. Так, здание большое, так что
давайте осмотримся, может где-то здесь есть. В принципе, такого как бы времени у нас... Вау, стоять. Нет. Чтобы мы спешили проходить. Так что, осматриваемся. Может где-то даже среди книг что-то есть так. Словарь сатаны, нихуя себе. Что это? Самое интересное на Карибах. Нихуя себе. Наши книги есть. А, вот первый. Смотрите. Так. Теперь продолжаем себе дальше идти. Наверняка где-то поблизости уже два штуки не оставлят. Так, но где же тогда есть еще они? Валят. Смотрите, оп, спрятался, я ее нашел. Так, вот еще один. Заебись. Пока что все хорошо, два штуки нашли. Вау. Оооо, хуяси. Еще еле попал проходик. Ой, блядь, где-то граната близко. Суки, где-то там вверху они оставали. Так, здесь что у нас здесь? Чисто. Стоп, блядь. Во-во-во. Аж камера закрутилась. Давай! Сюда, снова на курсе, готовы к стрельбе.
пока что, в принципе, можете отдыхать. Вау, у меня немножко лагатишь начал. Как знакомая карта. Мультиплеере есть такие карты, похожие. Я играл. Да, схожие. Чисто, Мы чисто, но нужно осмотреться. Собрать самую и перезарядку, отбой. А, блядь, интересно, блядь, если я не соберусь. Вот он, вход в катакомбы! Только где они, блядь, тогда прячут? Бывает, на самом видном месте спрячут, и сложно будет заметить. Ну что, сейчас побегаем, посмотрим. По магазинчиках вот здесь, может где-то, блин, на... Где-то на видном месте самом спрятали. Вот, смотрите, два штуки есть. Это не они. Нет, это не они. Трус, спускайся по лестнице! Да сейчас, погоди-ка. Трус, нам надо пробраться под землю! Ага, там. Уже, давайте, здесь есть что-то? Нет, ничего. Так, это мы уже будем в канализации, похоже, играть. Возьму пробу воздуха, подождите! Заражение не обнаружено! Снимайте противогазы, но будьте начеку! Ну и чё так долго? Неужели игра зависла? Или нет? Или да? Так, сейчас посмотрю. Отслеживание союзных войск. Мы в катакомбах, движемся к предполагаемому расположению цели. Принято, 01. К вам направляется отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас. 01 принял, отбой. Так, я, в принципе, воняет, игра не зависла, просто долго очень грузилась, и пришлось выйти с игры, и она как раз запустилась дальше. Так что продолжаем проходить. В принципе, я ничего не играл. Сразу же как появился, сразу же начал записывать. Все чисто. Вперед. Блин, дали хотя бы мне фонарик, вот это я не люблю. Наши казармы в Сатари подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня в Сатори был друг. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за все, что он сделал. Он заплатит, босс, я прослежу. Будьте начеку!
Так, вот мы выбрались. Сюда! Ну хорошо, я иду. Подходим к предполагаемому положению цели. 100 метров! Как думаешь, много тут внизу похоронено? Вау. Не знаю, сколько черепов. Не присоединиться. Вау, нихуя не вижу. Это Волк! Овервотч, цель обнаружена, ведем преследование! Принято, 0-1. Помните, Волк нужен нам живым, только у него есть данные на Макарова. Так, это старый. Блин, а где? Здесь, может, должен быть. Да, два вражеских все-таки здесь должно где-то быть. Блять. А, вот. Нашел я. Блять. Ах, сука. Откуда я знал, суки? Как думаешь, много тут внизу? Ну ладно, сейчас ускоримся. Знаю, главное к ним не присоединиться. Вспышка! Вот так вот, ускорились. Он убегает! Это Волк! Оверлорд, цель обнаружена, ведем преследование! Помните, Волк нужен нам живым, только у него есть данные на Макарова. Садится в серый седан! Ой, немножко не успел. Выбей синий фургон, живо! Вперед, я прикрою! Брос, быстрее, надо спешить! Цель уходит! Продолжай стрелять!
Это металл 01. Приз наш, мы взяли волка. Так ведь, сукин ты сын? Ведите его на допрос. Мы вытрясем из него все, что он знает про Макарова. Драк, мы взяли волка. Мы уже в пути. Принято, Раптор 2 отправляется. Ну вот и все, ребята, в принципе. Вот мы завершили задание, нашли все разведданные вражеские. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и всем пока.